Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. С вами Ольга Круглова. Сегодня я получила свой заказ с AliExpress. Я заказывала вот такие вот молды для торта. У меня ребенку будет скоро 3 года, 11 ноября. Я насмотрелась в интернете очень много всяких тортов с мастикой. Очень хочется сделать это самой. Конечно, можно все это дело купить, но так я загорелась. Пересмотрела очень много всяких видео, как делать мастику. Торты, в принципе, я и так все время пеку своим детям на дни рождения. Но тут вот захотелось сделать именно с мастикой. Но так как и что-то там лепить как-то у меня не очень получится, в этом я вообще уверена. Поэтому мне пришлось заказать вот такие вот, называются молды. Сама не знала название, все это изучила и хочу показать вам. Нашла также на сайте Али, это все там дешевле. Также есть в группе ВКонтакте всякие вот эти вот предложения разные, но там все дорого. А все то же самое, в принципе, у меня малыш очень любит мультики всякие про роботов, поэтому заказала вот такой вот молд. Видите, тут роботы разные есть. Ну, то есть вот сюда будем заливать, запихивать мастику, насколько я понимаю. Вот. Я ему решила сделать вот такой вот тортик из таких вот роботов. Ну и плюс животных тоже. Вот тут лев, бегемот и что-то, какая-то мышка, по-моему, что ли. Не знаю даже. Да. Что хочу сказать. Замечательные эти молды, без запаха совершенно. Я очень боялась, конечно, что придется вообще, думаю, заказала китайское, придется выкинуть. Нет. Очень хорошие. Так, ну, также не удержалась, потому что было там по распродаже. Вот такой вот замечательный молд-ангелочек. Видите, ну, это я думаю, что либо на Новый год, либо на Рождество я что-нибудь тоже сделаю. Это тоже как бы заказала заодно, потому что было недорого. По-моему, 60 что-то с чем-то рублей. Все ссылки я скину внизу на все эти товары. Кому нужно, пожалуйста, заказывайте. Это для украшения по бокам. Хотя сначала заказала, теперь думаю, ну, может быть, когда-нибудь воспользуюсь, конечно. Вот. А вообще мне понравилась очень вот такая вот скалочка. Классная. Очень здорово мне понравилось, как делают торты с бантом. Ну и вообще красивый рисунок. Это именно этой скалки получается на мастике. 145 рублей обошлась она мне. Тоже все без запаха, все замечательное. Вот, как буду делать торт, обязательно тоже. Ну, конечно, процесс снимать не буду, но готовое свое изделие я обязательно вам покажу. Все, всего хорошего, всем удачи. Подписывайтесь, кому понравилось. Смотрите ссылки, кому нужно, заказывайте. Всем до свидания. Пока-пока.